Контроли вы раздадите? Ты нахуй мою сверху взял? Давай, лимон лейтенанту. Бабки самое главное дайте. Да не... Тактика была убили сразу. Ну я не знала, как все сбились. Кому ты их свикаешь? Сейчас никому, а вообще коту. Хорош. Просто Лекса тут нет, а всякими. Когда ему сбивали, я в сапе. Ты ворон серию не собьешь. Не вообще, так что я не могу себя снять. Я говорю, когда... Не, когда Вэлл кидал этому на Синдрина. А, это я вообще топчик, чё. Но он меня просил дать, я ему давал. Перед взлёткой. А чё, нормально было? Мне больше нравилось, как он бомжу давал ДКшному. Ты реально мог её дать? Так я давал же, нет? Я хуй знаю, что тебе делать. Не-не-не, я этому давал. Сантея же. Какому Сантею? Санты. Ты Клуберсу давал? Я сначала давал Клуберсу, потому что этот, блядь, у него типа... Дома, чтоб ты понимал, Сантей это ворот. Ты точно Сантею давал? А, сейчас скажу. А он... Ну, даже с нами не было, чтоб... Стейтону ты бил. Стейтону я ему давал. Ты мне сказал, говорит, давай Стейтону даем. Я его дал Стейтону, блядь. Ебать, Сантея какого-то сюда приписал, я в охуе. Вот, стоит оно. Сейчас после третьего вихря лейтенанта заберешь. Ты мне сказал дать бомжу, я тебе и дал истерию на следующий. Ну, надо было Криксу тогда давать. Почему Крикс не бомжу, блядь? Криксу на демона, на бесона. Ага. Чего вы называете Крикс, нахуй? Называйте Лелуш. Оль Хайл Лелуш. Заберите, блядь, заебался от него, бег. Дай ему фирмы. Я ему стан дал. Видимо, не понравился ему стан, блядь. У тебя вкачан, блядь, диспел проклятие нашему? Да. И чё ты, блядь, не диспелишь? Я не вижу его, нахуй. Говорю хилботом. Так скачай Вуду, ёбаный. А Вуду говно она. Блядь, номер один в мире, блядь. Ты говоришь говно. Я не мир, нахуй. Мне похуй. Пойди попробуй. Блядь, бери, ёбаный. Еще и всех, сука, сайт. Сейчас кончится корни. Да вообще двоих давай, ебать. Пейте просто бабку первую, если переключится. О, блядь, иди на ману, блядь, я зрение, нахуй, тотем, блядь. Сейчас на принцах будем бибу сосать. Сейчас буду бегать, нахуй, по комнате, как шлюха, блядь, туда-сюда, нахуй. То одного танка покинь, то второго, нахуй. Подбежал такой за юбку, подергал, дай, блядь, зрение, блядь. Мама. Что-то высись на меня, было бы весело. Лейтенант укольный, да. Пускай дрочит. Нихуя себе, что он делает. Не заплутка, твой любимый цвет, ток нахуй, сука, блядь. Лекс после этой песни всех кинул, честно. Пускай капает, капает с неба. Смотрите, уже капсом писать начал. Пузырь, блядь. Командира, нахуй, я вообще обрыгаюсь.
Ну да. Спэль, блядь, тебе надо. Мне не надо. С нас там, да. Мразь. Тупо пузырь. Я на двоих. Че, может, я на одном, бесплатно, как в прошлый раз, потому что сейчас опять какой-нибудь затуп будем, опять вайпимся. О, боешка. А че, я был на одном, что ли? Да, я тогда затупил, короче, одну сферу только словил. Так, блядь, так ты все... Эти газы, вот это... Потому что вторая сфера появилась вообще с другой стороны у тебя, да. И мне ее никто не привел. Тут не должен ничего вести, просто ее притянешь притяжкой. Так она была на сцене, короче, с самого края правого. Значит, а я стоял здесь. Значит, те два босса тут, блядь. Я прям даже не знаю, почему она там. Нужно все равно понимать, что танки должны стоять на линии, посередине которой должен стоять хил, который достает... Аску, приста, баф, инту, нахуй. Ну, давайте попробуем. Сколько? Три сферы, да, надо минимально. Рыбу жрите. Да, минимально. По максимуму все сферы, которые видишь, лови. Если вдруг потеряешь зеленку, тебя спасет. Хант, хант. Где этот маленький гоблин? Тайномах. Вот, поешь. Тайномах и хант. Уже поздно. Вы нас кинетики, нахуй. Поняли меня? Че, на сфер? Да. Хуёво. Так, где сфера? Не сразу появляются. Так, одну вроде нашел. Маг поднимешь? Не, не поднимешь. Три нашел. Все, расслабься. Да, расслабься. Талдаром активно. Не забывай поиногда подбивать их. Тут я тебе энергию дам тоже. Крови. Дашь, когда переключится к тебе. Надо будет постараться меня на пол захилить, мне надо пружинки выкопать. Че, блин? Масса, давай, Инна. Сфере мне помогаем, алё. Хан стоит, рыгает, нахуй. Сука, сфере бейте, ебай. Пиздавый, блин, бараны, нахуй. Вы чё, блин, вайпасы закатили? Хан говорит, стоит, рыгает. Смотри, мага нет, нахуй. Бейте сфере. Бар, подай на мага. Подай на мага, бар, Масса. Тут про Иннер можешь забыть, блин. Сферы все хуй забили. Сейчас сферы, ёбну. Ну вот сколько вас? Там два РДД, хант и маг. Да. Маг упал. Мага подняли. Килисеты Моса. Забери, килисеты забери. На нем надо набирать игру, там вот нажми. Пизда. Как вы, блядь, ко мне подошли, бля? Я все сферы ебать. Ну потому прожимайся, что килисеты все пропадали. Разбежались. Ким на ману. Блять, я значит, не могу доедра. Значит, смотри, я сейчас дам крик на хп и щит расовый. Дам тебе эту хуйню. Да вы чё, три сферы слева. Я один не подниму. Маг и там, хан, да. Сидите на этой хуйне, блядь. РТД всего два. Вихрь разбежать будут. Боссы милики без вас. Апокалипсис, блядь. Где это иномаг? Я не могу. Кинетика где-то смотрели. Там кинетика, там у стенки.
для кинетики. Поближе к боссу, стань хан, так и вторую ему тоже помогай бить. Сзади вон шар. Хан, смотри, он падает. Хиль, бля, я брыгаюсь, ебаю. Не успеваю. Меня откинуло нахуй. Че, все и что ли? А мы профа не убили, да? Нет. Я предлагаю, блядь, завязываться, так понимаю. Да. Мне 6. Я только за. Все, спать. Ну, блядь, вам-то заебись, блядь, мне 6 утра. Только встал, что ли? Теперь я точно последний раз, когда я нахуй с ДЦ иду в рейд десятки. Нет, там надо либо рукастый ДЦ, блядь, либо... Нет, там надо еще и рукастого... Ой, одетого шамана более-менее. У тебя что, слабый шмот? 247. Ну, там это моего мало что говорит, там все в хосте. Сколько хостит? 1090. Так это нормально, да. Без безури? С безури? Или без безури? Чего? Ты кого убил? Блядь, нахуй. Шок кидаешь, блядь. 200 нет, я без него. Вот его возьму. А он у меня есть, на. Ну, так, блядь, 200 хост. Я взял его сюда, потому что этот, нахуй, дома не садился, как шлюха, на. А если еще и шок буду кидать, то вообще пизда, на. Все, все. Ну, это насилие просто над собой, блядь. Ну, я сонный, вы все, блядь, дрочитесь, так что давайте. Возможно, будет опроноса, возможно, нет. Смотрите, кто там, не лучик или кто? Мастера, он говорит, не будет, вы во сколько будете? Может быть, и не пронесем без него, блядь. Хуй знает, не знаю. Они уже ушли или что? Не знаю, может, Диси, спрашиваю.